Охотники собрались, но они любят приврать о своих подвигах. Ну и один говорит, я могу закрытыми глазами, говорит, на ощупь определить по шкуре, что за медведь был, из чего был убит. Ну, выпившие все вот пощупал, дали ему, значит, глаза завязали, дали шкуру, пощупал, это, говорит, там был это заяц, он, говорит, попал в капкан, говорит, ему был год. Правильно. Вот, давай еще попробуем. Ну, лису попробовали, говорит, это лиса там была застрелена из, там, не знаю, мелкокалиберки. Вот. Было ей 2 года, опять правильно, неужели угадал? Третью ему шкуру, говорит, медведь там был так-то убит, столько-то лет. Ну, в общем, все угадывал, ему много шкур давали, все угадывал, разошлись, набрались, выпили, так скажем, вот. Разошлись по домам. Ну, он вернулся домой, лег спать. На утро просыпается, жена недовольная ходит, обиженная. Он говорит, милая, что, говорит, такая, говорит, на меня злая. Она говорит, ты меня всю ночь держал за промежность и говорил, ежик, 40 лет, убит топором в спину. Спасибо. Вот победитель. А ты, это каждый раз так будет, да, скажи, пожалуйста? Какой ужас, господи. Ты понимаешь, что люди поставят блокировку на это время эфира, и Антон Орех в следующий раз будет сильно удивлен, почему к нему никто не пришел. На фан-встречу никто не пришел. Помнишь этот... Убит топором. Это самая смешная часть анекдота, судя по всему. Так, кто еще? Здравствуйте, доброй ночи. Просмеялся? Да, все. Не вспоминай про это анекдот больше. Как вас зовут? Доброй ночи.